Сегодня документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия» подала Алла Салаева, вице-премьер правительства Чувашской Республики, министр образования и молодежной политики. Аллу Леонидовну предварительном голосовании уже поддержали жители республики. Она победила в Чебоксарском одномандатном округе. Выдвижение кандидата в депутаты при поддержке жителей – шаг новый, но эффективный. Он даст возможность продвигать ключевые инициативы и программы развития республики на федеральном уровне. Алла Салаева работала в команде управленцев столицы, а сейчас в команде главы республики. Под ее руководством в сфере образования активно начали строиться школы и детские сады. Впереди предстоит еще больше работы, дел по реализации стратегии развития Чувашской республики, которая утверждена и в основе которой лежит, конечно, социальная сфера. Команда «Единой России» – и это серьезная команда, и все инициативы поддерживаются президентом нашей страны. И хотелось бы, чтобы результатом работы, конечно, было улучшение жизни как каждого человека, так и разработка и внедрение в жизнь хороших системных подходов на развитие нашей республики, на развитие нашей страны. Также сегодня в региональном ЦИК зарегистрировали для участия выборов депутатов Госдумы кандидата Леонида Пронина. Он руководит депутатской группой «Единой России» в собрании депутатов города Шумерля. Основная цель его работы – развитие и стимулирование малого и среднего бизнеса в регионе. Наша задача – сделать все возможное для того, чтобы бизнесу было работать легко, комфортно. Это снижение и административной нагрузки, и каких-то, возможно, бюрократических барьеров. Это доступность кредитования. И самое важное – это процентные ставки. Естественно, в купе всех этих мероприятий будет зависеть дальнейшая работа наших предприятий, малого и среднего бизнеса, на результат.